работу женщинам сегодня предлагали работодатели из отрасли здравоохранения, образования, а также санаторно-курортной сферы. В Сочи, как и всегда, востребованы врачи, медицинские сестры, учителя и горничные. Местные санатории, отели и гостиницы – это те предприятия, где всегда можно найти новое место работы. В целом же в базе данных центра занятости 2500 вакансий на 1058 безработных. Неофициальная же цифра соискателей отличается от официальной в 1,5 раза. Это женщины-мужчины, причем как молодые, так и пенсионеры. Поэтому участие в ярмарке вакансий «Профессиональный мир женщины» принимают все желающие трудоустроиться. Работа проводится у нас в штатном режиме. Ажиотажа и уровня повышения безработицы сейчас нет. И надеюсь, что не предвидится. Сегодня у нас также проходит совместно с СИМБИПом мастер-класс бесплатный для всех женщин, ну и в принципе для всех желающих тоже, по поводу создания своего бренда. Сразу после ярмарки они могут пройти к нам в конференц-зал и принять участие и решить, нужно им это или нет. И, возможно, безработные могут открыть самозанятость. Ирина уже месяц гостит в Сочи. Все это время ищет работу с предоставлением жилья, но пока тщетно. Посоветовали прийти еще на обучающий семинар, лекцию. Вот, по поводу открытия своего дела. Это шанс, мало ли, вдруг получится. А я очень рада, что ярмарка посвящена именно женщинам. И я также надеюсь, что мне очень повезет сегодня. Цветы – дело хорошее и очень приятное, но сотни женщин к 8 марта желают получить другой, более актуальный подарок – новое рабочее место или возможность найти себя в новой профессии. Такая же встреча с работодателями состоится завтра в Адлерском отделе Центра занятости населения. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.